Сегодня мы продолжаем рубрику «Еда в Китае». И Александр нас повел в кафе, ресторан, который находится рядом с твоим жильем, да, с твоим городом. Вот, вкратце расскажи, это, что это, почему это и с чем это есть. Ну, ресторан здесь, ты как бы, правило только одно, правил никаких нет. Стоимость в ресторане где-то 70 юаней получается. Ага. Можно есть в течение полтора часа без ограничений. Что? Да. Любые продукты, морепродукты. Варить, пить пиво. Безлимитно, скажи, безлимитно. Безлимитно, абсолютно. Да, безлимитные напитки, алкоголь, пиво. Если полтора часа мало, можно дополнительно там какие-то копейки доплатить, а еще на три часа. Ну, короче, здесь очень здорово. Шведский стол. Ну давай, рассказывай, что и с чем и как. Это все для хуго, правильно? Ну, в принципе, это можно же и жарить, правильно? Это корень лотоса. Это кровь запеченная. Здесь уже готовая еда. Готовая уже еда. Икра заморская. Да, да, да. Давай я, короче, возьму маленько. Салата. Да бери по чуть-чуть того. Вот это, мне кажется, грибочки. А вот это что, съедобно? Это тофу. Тофу. Ты любишь тофу? Я не знаю. Я которые некоторые ем, некоторые не ем. Немножко остренький, попробуй. Это что? Амур. Холодильничек с безалкогольными напитками. Все сырое берешь на приготовление. Это вообще непонятно, что это такое. Это кишочечки. Это лягушка. Это какие-то мозги. Это как хойкилька, мойло. Непонятно. Какие-то ракушки. Морепродукты. Ты что, изучаешь какие-то моллюски? Да, я показываю. Здесь. Блин, вообще просто смотри, мозги какие-то лежат. Смотри. Мозги. Это лягушки какие-то, да, или что-то. Вот это точно лягушки. Да. Блин, ну для меня это экзотика. Можно попробовать все понемножку, немножко мозгов. Мозгов. Блин, я такое не буду. А это желудки, вот это желудки. А? Короче, здесь все, да, все рассортировано, да. Это кишечки, кажется. Это, кстати, рыба, если ее попробовать, она очень вкусная. Это порезанная, да, она. Александр советует рыбу попробовать. Сзади, смотри, ведро аккуратно. О, кстати, вот эти сосиски вкусные очень. Да, блин, мне вот эти всякие шарики нравятся. Это грибы. Ну, это понятно. Это там тофу что-то там идет. Яйца, перепелиные яйца. Грибы. Зелень. Ты выбирай. Суши будешь? А, уже готовые, да? Суши-роллы готовые. Суши-роллы. Ну, надо по коробочке взять. Смотри, вот здесь маринованная получается он курица. Это желудки маринованные, свинина. Это я не знаю. Вот это, кстати, баранина. Берут ее очень для навара. Жена Александра что-то набирает. Баранину набирает. Пойдем соус. Пойдем соус готовить. О, пиво. Вот здесь пиво наливаешь, да? У меня есть собственный рецепт. В общем, здесь находится соус. Он заключается в том, что надо положить его понемножку. Соевый. Так, соевый соус пошел. Это какая-то приправка, да? Приправа. Острый. Чуть-чуть острый. Это же сад на рюшаме. Да, да, все канал. Как говорит он? Он говорит, это как раз для жарки с мясом. Обязательно вот это тоже. Чеснок, да? Чесночок обязательно больше положить. Все? Готово. И это вот прям вот вкуснотища, да? Так, я сейчас понюхаю. Вот это, зира, мне кажется. Зира обязательно, да. Ну и прям совсем чуть-чуть, мне кажется. Мороженое здесь есть. Ходишь, мороженое накладываешь. Мясо, жарим мясо. Александр, жена, он что-то там уже жарит уже. Это баранина, да? Включена печка? Мы, кстати, масло не взяли, чтобы мазать печку. Масло не надо, оно, вот эта бумага, которая есть, она уже специально в масле готова, масляная бумага. Make sauce. 不要太多。
不要太杂，太杂不好。OK。就那个不行，不要太多了，是不是？不要品种太多了 ，mix too。Она говорит что？Она говорит, что не надо много смешивать разных этих ингредиентов, чтобы получить настоящий вкус. Я говорю, ну это мой рецепт, который я делаю. А пускай она сделает соус по ее рецепту. Да, и мы попробуем. Давай. 就是你搞一个那个自己搞的给我们试一下，好不好？啊。Ну, какой начинает хороший? Смотри, у нас уже полго кипит. Сейчас будем пробовать местное пиво. Пиво разливное. Подходишь, наливаешь, что хочешь. Пиво вкусное. Короче, так прикольно готовят, она берет эту баранину, мы обычно ее не так готовили, мы ее закидывали и долгое время варили, а она прям буквально совсем чуть-чуть в кипяточке ее обволакивает, она маленько вот схватилась, и все, и уже готова. Ну давайте выпьем за знакомство. Давай, с женой с твоей тоже официально чокнемся. Как еще? Сноу. А китайское как имя? Шефа. Ну, блин, сложно, я не запомню. За знакомство. Ганвей. Ага, ганвей. А как? Ну, это до дна получается. Такие. Ганвей это до дна. А я думала, типа как, ну, давайте, будь здоров. Ну, вообще, фактически это до дна, но не обязательно пить до дна. Ну, да. Какой из них кран рабочий? Поля меня куда-то зазывает. Поля, говори. Давай, держи, я буду тебя накладывать. Так, это, короче, лапы. Я такое ничего не хочу. Дальше. О, вот это хочу, сосиски хочу. Вот чего-чего, вот это я люблю. Сосисочки, давай. Вот так вот, да, над этим давай. Вот, давай побольше возьмем. Вот так вот хватит, нормально. Шариков возьмем. Я не знаю, как они правильно называются по-китайски. Ты не знаешь, как они по-китайски называются? Шарики вот эти. Так, вот эти возьмем шарики. Это как крабовые, да, шарики, да? Да, я их давай это вот сюда. Салату маленечко возьмем. Все, да, Коля? Да, я понесу, а то уронишь. Давай. В общем, мы взяли все, что русский человек съест. Все, что мы знаем. Сноу готовит, а мы сидим, кушаем. И нам так неудобно, то, что она хлопочет и не хочет даже присесть с нами покушать. Она буквально на секундочку съела, что-то скушала. И опять жарит, варит. По-моему, у тебя, Слава, уже готова. Смотри, как она палочками орудует, да? Да, она прям не успевает подкидывать. Но она только накидает, мы все схряпаем. Мы палочками машем быстрее, да? Быстрее, чем она накидывает нам. Какое хочешь? Клубничная, нахуй. Клубничная, ну вот и все. Выбрали. Давай. Так, давай я буду держать, а ты накладывай шарики. Угу. Давай шарики накладывай. Молодец. Давай еще. Нет, давай я тебя воткну, а ты сама накладывай. Ой, какая сильная, давай. Пошла, еще. Саш, да? Вот смотри, обычно в ресторанах, где шведский стол, есть правило. Нельзя, чтобы еда оставалась. Все правильно. Здесь есть такое правило? Обязательно. То есть ты должна здесь столько, сколько сможешь есть. Да. Не оставляя. Либо тебе там минус карми. Либо штраф. Нет, на самом деле, там по-любому нарушается.
носится депозит 50 юаней, это на всякий случай, если ты что-то оставишь, то тебе его не вернут. Хаучи? Как? Хаучи. Короче, мы все съели, все выпили почти, да? Вот. Снова, короче, сходила, забрала здесь депозит. Депозит сколько? 50 юаней. Официантка подошла, посмотрела, все ли мы доели, да, чтобы вернуть депозит. Как она сказала? Окей. Окей, она крикнула. Окей, короче. Чтобы ей выдали, да, депозит. Что вы делаете? Хоть расскажите, что вы делаете? Пойдемте за нами, куда вы? Пойдемте за нами. Мы же домой направились уже, спать пора, ребята. А? Привет. Привет. Доброе утро. Сегодня Александр нас повел. Куда? Мы поехали. Уже приехали. В центр электроники. Это вообще самый центр, да, вот именно где движуха идет, именно где вся электроника в Шэньчжэне. Посмотрим, что здесь есть. Что да, сейчас посмотрим, что там будет. Не... Батарея тоже севшая. Короче, блин, поснимали мы. Поснимаем, много не снимай. Да. Водяное охлаждение. Вот, внутри получается видюху охлаждает. Проц охлаждает. Ну, здесь это все, естественно, циркулирует, охлаждается. И сколько будет такой стоить? Сколько у меня стоит? Сколько? 580 такой бы стоит.
спасибо. Давай. Спасибо за гостеприимство. Спасибо, что приехали. Спасибо, что приняли нас. Приезжайте. По-царски нас Александр с женой Соснов приняли нас вообще. Я еще. Ладно? Вот. Два дня мы у них гостили, да? Да. Два дня. Вообще. Ну давайте, девчата, тоже девчата, до свидания говорите. Да, давайте, всем пока, давайте. Пока. Еще давайте. Ай, обнимашки. Эмилия, теперь ждем тебя в гости. Да. Да. Теперь в гости поедем. Торопите, да. Мой папа. Теперь ждем вас в гости к нам. Спасибо. В Гуанчжоу. Обязательно. Пойдем в аквапарк. Затягивайте, только прям собирайтесь. Да. Следующее видео, наверное, будет в аквапарке. Да. Готовьтесь. Да. Да. Пока. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. Пока скажи. Эмилия, скажи пока-пока. Скажи пока-пока.